Всем привет, я Рустам, и сейчас мы с вами поговорим о теме автоматизации экспорта геометрии из Autodesk 3ds Max в Autodesk Revit. На моем канале я уже неоднократно поднимал эту тему. Но сейчас мы с вами будем говорить о скрипте для Autodesk 3ds Max, который позволяет выполнить ряд действий в автоматическом режиме. Перед тем, как мы начнем, поставь лайк и подпишись на канал. Для автоматизации экспорта нам нужно написать скрипт, который за нас выполнит ряд действий в Autodesk 3ds Max. О том, как написать скрипт, говорит Алексей Волков в своем видео. Ссылка на его видео будет в описании. У меня уже установлен скрипт, поэтому я перейду сразу к части экспорта. Открываю модель, которую хочу экспортировать. Разворачиваем окно перспективы на максимальное отображение. Включаем отображение сетки, выделяем геометрию, разгруппировываем ее, если она группирована. Далее объединяем геометрию. Выбираем геометрию, нажимаем на кнопку скрипта, даем геометрии имя, нажимаем экспорт. После того, как экспорт будет выполнен, геометрия изменится в отображении, с нее пропадет сетка, и можно будет закрыть работу скрипта. В папке, в которой находился файл с геометрией, которую мы экспортировали в формате Max, появится файл формата DXF. Его мы импортируем в Revit. Создаем новое семейство, метрическая система мебель. Заходим во вкладку «Вставить». Импортируем Сапор объект. Обязательно установите формат прочтения файлов DXF. Нажмите на клавишу «Открыть». Если вам нужно поменять отображение материалов, зайдите во вкладку «Управление», «Стили объектов», «Импортированные объекты», и вы найдете слои с названием «Элемент 1», у которого можете назначить материал. Друзья, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Если у вас есть вопросы или интересны для вас темы, то пишите о них в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь. Мир вам!